Я хочу для всех наших любителей, всем тем, которые смотрят, наблюдают за нашей организацией, хочу представить заслуженного тренера Республики Молдова по боксу Георгия Степановича Дневника. Я горжусь им, потому что он является и моим тренером, и многим-многим другим, которые добились успеха в боксе, и не только в боксе, но и в жизни. Поэтому сегодня на финальные бои чемпионата города по боксу мы находимся в этом хорошем боксерском зале, которым руководит Игорь Степанович, и передаю ему слово. Эстафету. Сейчас у нас проходит чемпионат муниципия Ишнел. Открытый. Участвуют боксеры из Кончешты и боксеры из Кишинева. Участвуют в соревновании около 50 боксеров. Хочу сказать, что все бои получились хорошие. Это один из этапов подготовки к чемпионату республики, который будет 16 декабря. 16 декабря будет чемпионат республики. Будем выбирать сборную республики, которые будут участвовать в отборочных турнирах к Олимпийским играм. Бои неплохие. Ребята, лидеры, вижу, показывают неплохой бой. Входят в форму. Я думаю, до 16 декабря будут готовы. В боксе 10 весовых категорий, но Олимпийские игры проведутся по 8 весовым категориям, поэтому и мы проводим республику в конце года, потому что чуть поменялись весовые категории. Вместо 56 килограмм 57 килограмм, 60 килограмм нету, идет от 63, поэтому букша из 60 килограмм делает 57. Тяжело, но делает. На чемпионате мира уже доказал, что он может боксировать. Выиграл два боя, проиграл в 1/8, проиграл кубинцу в неплохой бой. Надеемся, что он заменит Гажана. Надеемся. Будем желать ему удачи. Спасибо, я взял первое место. Выступил на Кубке Кишинева по боксу для опыта. Вчера сделал хороший бой, выиграл все три раунда было. Сегодня, к сожалению, парень травмировался и не вышел. Мы сделали очень хороший, красивый бой. Для меня главное 7 декабря. Там у меня будет четверка, и я намерен забрать ее. Ну, фост грел, адверсару фост воно инчепатор. Шам факут лукру меу, каре ал фак зидзи. Урмязу я кампионат републичи, каре спер стау тот пи приму лок. Аста урмяз. Ну, шти, я не сунь деакорд ку алегери арбитрилор. Я кред ка două knockdown-uri nu au fost să fie în runda a treia și eu cred că lupta a fost foarte egală. În curând, la trei runde, avea să dea victoria ori mie, ori lui. Dar alegerea arbitrilor nu este de disputat, așa că am câștigat locul 2, dar sunt mândru chiar și de acest rezultat. Nu știu, o să lucrez mai mult pentru viitor, o să particip. Totul că sunt junior, am luptat cu maturi și eu cred că asta este un rezultat foarte bun. A dus o luptă bună, am fost surprins, două raunduri am stat în ring, deoarece, după cum știu eu, vine de kickbox. Eu sunt boxer și premiant locul 2 la campionatul Republicii Moldova de box. Credeam că e mai slab la putere, însă eu îi doresc succes, fiindcă e tânăr, mai mic puțin ca mine, după câte am observat, și cel bun, fără traume lui în cariera sa. Scopurile sunt multe, aici a fost mai mult ca sparing pentru mine, deoarece eu mă pregătesc de competiții mai serioase, internaționale, campionatul Republicii și calificare pentru europeni și jocurile olimpice. Îmi doresc mult!